Владельцы армянских автомобилей, приобретенных на территории Казахстана, не смогут их узаконить. Данные транспортные средства можно оформить лишь на лица, указанные в техпаспорте, который был выдан иностранным государством. Об этом сообщил начальник городского управления административной полиции Жандос Мураталиев. Он также уточнил, что из более чем 500 машин, завезенных из бывшей Советской Республики в Алматы, около 300 имеют одного собственника. В остальных случаях недобросовестные посредники незаконно перепродали их третьим лицам. Поэтому в основном люди этим вопросом задаются, так как при приобретении они не смотрели все пункты, которые указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Жандос Мураталиев также добавил, что узаконению не подлежат праворульные машины, а также авто, завезенные на территорию страны после 1 февраля 2020 года. Напомним, акция по регистрации армянских авто стартовала 1 июня, продлится до 1 сентября. Прошедшие эту процедуру автолюбители смогут получить казахстанские номера и бессрочно эксплуатировать транспортные средства в Казахстане. Какие-либо ограничений по прописке нету. Во всех 5 ЦОНах принимают документы по всей республике. Желтые номера обозначают только то, что данное транспортное средство не может быть отчуждено другому гражданину.